Благосостояние людей, растут зарплаты, регулярно повышаются пенсии. Если так пойдет и дальше, давайте представим, какой станет жизнь обычных пенсионеров через 10 лет. Ходи, Клав, открыта дверь-то. Аба, ты чё с чемоданом-то откуда чё тащишь? Так пенсию ходила получать. Аба. О, гляди. А, маменьки мои. Клав, чё, опять повысили, что ли? Что делают изверги, да, Клав? Ага, не говори, так утяжесть-то таскать, а? Ага. Ну, каждый месяц повышают и повышают. Ага. Ну, невозможно уже. Слышь, давай я тебе половину отсыплю. Не надо мне ничего отсыпать, пожалуйста. Я сама вон пособие за 3 дня получил. Купил себе Бентли. А зачем тебе такая развалюха-то, я не пойму, а? Картошку на рынок вози. А мне недавно из собеса Rolls-Royce пригнали. Ой, ты знаешь, туда аж 8 мешков картошки влезает. А мешки у меня большие. Удобные. Ты что, с ума что ли сошла так громко? Чихай. Да, не дай бог кто услышит ведь, а? А что? Ничего. Я вон недавно по улице шла, никого не трогала. Чихнула, тут же подъехала скорая. Тут же. Увезли в санаторий на Мальдивы. Вот, кричала, отбивалась, ни в какую. 2 недели all inclusive. Клава, это что? А мне в собесе путевку дали в Куршавей. А, на турбазу, что ли? Да. Я главное им говорю, вы что, с ума сошли, какой Куршавей? Я на кого скотину-то оставлю? Да, да. Пришлось с собой брать, видишь, что? Это как, и корову на лыжи поставила. Давай. Сама на сноуборде с курами. Че плюешься-то? Не понравилось, что ли? Клав, скотина больно избалована стала. Пока это на лыжи не встанет, молока хрен она тебе даст. А петух вообще оборзел. Ты знаешь, что он делает? Он вместо кукареку по утрам орёт. Куршавей! И главное, шепеляющая тварь такая. Слышь, а я вчера в зубной ходила. Вот, гляди, что? Пломбу себе ставила. Алмазную? Ага. Сколько карат? 400. Шот. Ага, и шо бонус дали? А что за бонус? Во, гляди. Это откуда на таком ровном месте-то такие Килиманджары выросли? Руки! Руки! Всем ветеранам труда полагается. А я не знал, Клав, я завтра к этому терапевту запишусь. Вот поторопись, а то бонусы-то заканчиваются. Да ладно. А еще мне новую квартиру от мэрии дали. Так они удобные, огромные. Я в ней по навигатору хожу. Ага. Ночью забью в навигатор туалет. А. И пошла. А он мне: через 200 метров поверните направо. А что делать? Через 200 метров, говорит. Еще ни разу не дошла. Клава, Клава! Постой! Мне вот мэрии тоже дачу подарили в Майами. Бич! Конечно, бич. 8000 километров от МКАДа, неужели? О, слышь, для дачи-то далеко. Да нет, нормально, Собянин уж метро провел. А что не живешь там? Да ты знаешь, Клавка, я эту дачку-то одной многодетной семье сдаю. Ага. Местные они. Муж-то бред какой-то. А жена Анжелина, худющая, зараза, не доедает, что ли, она. Вообще с ихними зарплатами-то не разгуляйся. Клава, детей 7 человек. Хорошо. Все черненькие. Ни один на нее не похож. А он дурак, хоть улыбаться. Кстати,
Море, а какой нынче курс-то? Как обычно, $35 за копейку. А. Слышь, давай лучше самогоночки выпьем, а? А ты из чего гонишь-то? Трюфелей. Мне из Прованса присылают. А с какого берега, справа или слева? Обижаешь. Конечно, слева. Всё, давай. Ну, давай, чтоб здоровье, что ли, было. Лав, а что за здоровье-то пить? Здоровье полно. У нас вон весь Израиль с Германии лечится. Ну, так-то, да, конечно. Ну, да-да-да, чтоб деньги были. А что за деньги? Куда их девать-то, деньги-то? Вон Зоя-то Никишина опять Франции в долг дала 3 миллиарда. До среды. Точно. Да. Ну, давай тогда за любовь. А что за любовь пить? Мужики до 120 лет живут, до 115 пристают. Во мой дождь, а? И выпить не за что.